суррогатная мама для элиты? Или зачем Собчак молчит при ребенке? Ксения может скрывать беременность, потому что вынашивает малыша не для себя. Ксения и Собчак неоднократно уличали в беременности. Несмотря на это, она категорически отрицает свое положение. Похоже, на это имеются определенные причины. Но зачем Собчак молчит про ребенка? Складывается впечатление, что Ксения вынашивает ребенка не для себя. Как известно, звезды готовы на многое ради крупного гонорара. Поэтому неудивительно, если телеведущая стала суррогатной мамой для элиты. Суррогатное материнство объясняет подобную скрытность Собчак. Ведь наверняка по договору она должна не разглашать информацию о беременности. Очевидно, после рождения малыша телеведущая сразу передаст его заказчикам, а сама останется при этом чистой. Ведь никто не сможет обвинить Собчак, если она сама не расскажет способы своего заработка. Возможно, после свадьбы материальное положение Ксении нуждается в дополнительном доходе, и именно поэтому она решилась на подобное. Впрочем, не исключено, что она вынашивает ребенка для кого-то из шоу-бизнеса и исключительно по дружбе. Но для кого именно, пока остается тайной.